Привет, Алина. Привет, деткам. Вы на канале. И сегодня мы вам покажем вот такие наклейки, раскраски с таким красивым грузовичком. Алина сейчас достанет наклейки, раскраски. Доставай еще. Молодец. И посмотрим, что же у нас здесь такое. Вот у нас есть пустые места для наклеек. Мы сюда можем наклеить большущий грузовик. Мы можем наклеить трактор. Вот есть пустые места для трактора. И вот есть вот такая инструкция, что, как и куда клеить. И сейчас Алина будет клеить. Мы с Алиной решили клеить грузовик, поэтому предварительно мы по контуру сняли остальную клейкую ленту и оставили только необходимые для поклейки детали. Вот видите, как здесь можно снять полностью. Вот так вот снимается полностью все белое и остается только те детальки, которые надо клеить. Мы с Алиной будем сейчас обклеивать вот так. Вот. Мы с Алиной сейчас будем обклеивать вот такой грузовик. Здесь каждая наклейка, место и место для наклейки пронумерованы. То есть ребеночек не ошибется. И Алина начинает клеить. Помочь? Давай, значит, мы сейчас отклеим вот это большое колесо. Большое? Да, мы его отклеим. И куда мы его приклеим? Давай, аккуратненько так. Опа! Молодец! И Алина приклеила колесо грузовика. Грузовик на 25% собран. Вот это? Сейчас. Сейчас мы Алине поможем. Наклейки теперь отклеиваются быстрее. На. Опа! Алина с легкостью приклеивает второе колесо. И у нас грузовик почти готов. Okay. Давай, Алина, я тебе буду помогать. Что это такое? Даже не знаю. Это вот, Алина. Вот, видишь, это фара. Я тебе помогу приклеить. Вот так. Фару мы приклеили. Она у нас тоже уже есть. Давай мы... Вот это? Мы сейчас будем колесные диски клеить. На, Алина. Сейчас я тебя пододвину. Давай, наклеивай. Молодец! У нас колесо теперь такое красивое, оно с диском. А вот еще диск. Еще диск? Мы сейчас его отклеим. Нама-нама-нама. И дадим Алине. На, Алина. Давай, 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 Алина. Ну, почти. Машина есть далеко, далеко. 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 Сейчас Алина будет клеить кузов. Только я ей немножечко помогу, да? Вот так.
теперь мы будем клеить кабину. Вот так. Мы наклеили кабину. У нас получился уже такой грузовик. Вот мы наклеили заднюю часть грузовика уже. Правда, нам пришлось расклеить и наклеить заново колесо, потому что оно должно быть сверху. Доклеиваем бензобак. Смотри, вот так вот. Привет. Надо вот так. Вот такой у нас получился красивый грузовик. Да, Алина? А теперь можно перевернуть и раскрасить грузовик фломастерами и карандашами. А в следующем нашем выпуске мы будем открывать набор для детского творчества «Невероятные прически». Поэтому подписывайтесь на наш канал Алинка Сильверинка. Пока-пока!